С утра 26 декабря сотрудники пожарно-спасательного отряда по охране Гагарского района Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия приступили к поиску тел и фрагментов потерпевшего 25 декабря крушения над Адлером самолета Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации. Поисковые работы проходят в акватории береговой линии Гагарского района от Псо до Пицунды. По словам начальника пожарно-спасательного отряда по охране города Гагра МЧС Абхазии Давида Бганба, они с первых же часов трагедии предложили помощь в поиске фрагментов самолета и тел своим российским коллегам. Эта трагедия отозвалась болью в сердцах не только гагарцев, но и всех жителей Абхазии. В поисковых работах участвуют водолазы из Сухума, спасатели из Ачимчиры и Гудауты. На сегодняшний день поиски без результатны. Активное участие в поисковых работах принимают и сотрудники инспекции по маломерным судам Гагарского района. Как отметил Давид Бганба, поисковые работы будут продолжены, пока будет в этом необходимость.